Ассаламу алейкум, курметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Житель Карагандинской области пытался незаконно перевезти около 2 тонн рыбы. Сегодня на одной из центральных улиц города сгорела машина. Работы по противодействию коррупции и реализации государственных программ местными исполнительными органами продолжаются. В целях обеспечения прозрачности и освещения хода проведения внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан на официальном веб-сайте Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью финансовой полиции finpol.kz создан раздел «Внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов». Данный раздел функционирует с 23 апреля текущего года и содержит нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок проведения внеочередной аттестации. Также в целях обеспечения прозрачности проведения внеочередной аттестации открыта рубрика «Здесь вы можете узнать информацию о сотрудниках, подлежащих аттестации в высших аттестационной комиссии», позволяющая гражданам сообщить любую информацию об аттестуемых должностных лицах агентства территориальных подразделений. При входе в данную рубрику появляются следующие атрибуты, которые нужно заполнить. Выбрать подразделение, выбрать сотрудника, указать ваши контактные данные. Содержание обязательных полей не проверяется системой, поэтому пользователь может внести любые данные. Также можно внести тему обращения и текст обращения, а далее следует пользовательское соглашение. Потом нужно заполнить код на картинке и ознакомиться с настоящими условиями и принять их. Также отправить сообщение. Поступающие в данную рубрику обращения направляются 2 адресатам – в агентство и параллельно в администрацию президента. А также необходимо отметить, что имя и фамилия обращающегося не будут разглашены. Каждое поступившее обращение будет проверено и учтено в работе аттестационной комиссии. Житель Карагандинской области пытался незаконно перевезти около 2 тонн рыбы. Браконьера сотрудники природоохранной полиции задержали на автодороге Тарангалык-Балхаш. Днем 24 апреля в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «НЕРЕСТ» сотрудниками природоохранной полиции была задержана автомашина ГАЗ-53. В ходе проверки в грузовой машине обнаружили рыбу весом около 2 тонн. Как оказалось, на нее не было соответствующих документов. Владелец груза оказался житель поселка Шашубай Актугайского района. Вся рыба перевезена в управление полиции города Балхаша. По данному факту ведется расследование. Сегодня на одной из центральных улиц города сгорела машина. Чрезвычайное происшествие произошло во второй половине дня на пересечении улиц Жамбула и Бухаржирау. Автомобиль Volkswagen Passat начал возгорать около 10 часов утра. По предварительной версии, автомобиль загорелся от утечки бензина. Горящую машину обнаружили прохожие люди. Очевидцы сразу же сообщили о происшествии на пульт дежурного ДЧС. Выехавшие бойцы специализированной пожарной службы и сотрудники дорожной полиции прибыли на место происшествия через 10 минут. Здесь я работаю вообще-то в гостинице. Я увидел, вот здесь машина текет бензин. Я ему сказал, короче, текет у тебя бензин. А он меня не слушал. Он пошел вот здесь. И пошел вот здесь подъехал, он начал сгореть машину. Все, как и было. Сгорел моторный отсек и обшивка автомобиля. В машине находился только водитель. Он успел выйти из загоревшегося транспортного средства. Пожарные в течение 5 минут смогли полностью локализовать возгорание Пассата. В настоящее время дознаватели ДЧС по Карагандинской области устанавливают причину пожара и сумму ущерба. В Карагандинской области за незаконное привлечение иностранной рабочей силы наказаны 4 владельца частных фирм. Об этом сообщили нам в Департаменте внутренних дел области. По данным полицейских, 25 и 26 апреля в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». За первый день мероприятия сотрудниками органов внутренних дел области выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 130 иностранцев. В приемник-распределитель водворено 3 иностранца, сокращены сроки пребывания 12 иностранным гражданам. Также на территории центрального сектора города Караганды в одном из строительных объектов было выявлено 30 граждан Республики Узбекистан. Данные граждане подвергаются к административной ответственности за несоответствие цели въезда, указанной в визе, либо в миграционной карточке при въезде в Республику Казахстан. Кроме того, в ходе оперативного мероприятия «Мигрант» выявлено 4 факта незаконного привлечения иностранной рабочей силы юридическими лицами. Как правило, иностранные рабочие использовались на строительных объектах. Все владельцы фирм привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 МРП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Районный филиал компании «Караганды-Жарык» оставил без воды 70 человек по улице Сатпаева. Без холодного водоснабжения по вине филиала компании остался 24-квартирный дом. При этом устранять неполадки до некоторых пор организация отказывалась. Компания «Караганда-Жарык», районный филиал которого находится на улице Сатпаева, проводила земляные работы по прокладке водопровода в свое здание. Однако, не рассчитав, техникой они повредили подземные коммуникации здания, находящегося неподалеку. В итоге 24-квартирный дом вот уже больше недели остается без воды. Они пытались нам, значит, отремонтировать своими силами, некомпетентными людьми абсолютно, вот. И пытались пустить нам пыль в глаза. Засунули в трубу большего диаметра, меньшую, присыпали это все глиной и сказали, вот, воды нету, значит, все нормально. Мы им, конечно, не поверили. Вчера пришли, заставили их открыть эту трубу. Они только два штыка взяли лопатой, отбросили глины, сразу пошла вода. Откопали, значит, поломанную трубу. В ней вставлена, как мы видим, труба в два раза меньшего диаметра. Вот, полость заткнута была тряпками, какими попало, не знаю, вот. То есть это полное несоответствие с правилами. А то они не хотели нас слушать, хотели уже засыпать все землей. И какой-то трубой прикрыли немножко, и говорят, мы все сделали. Но когда Катунь стал говорить, они, значит, тут заволновались и начали, значит, всякими путями, увидели сначала начали. Мы не хотим оставаться с плохой канализацией впредь. Нам же надо жить как-то. У нас целый дом, 24 квартиры, и причем у нас очень много детей маленьких. Положение усугубилось тем, что коммуникации этого дома не состоят на балансе у Караганды-СУ. В этом случае помочь им никто не может. И лишь после визита нашей съемочной группы на место вырытого котлована приехала ремонтная бригада. Авария сегодня будет устранена. Какие еще претензии? Претензии такие. Подгоняйте технику. У вас техника есть. Вскрывайте трубу. Показать нам полностью ее состояние. Вот торец и вот торец. Все будет сделано. Меня пытаются заверить, что сейчас проведутся качественные работы с применением техники. Все как положено по правилам. Я буду за этим наблюдать лично. Вот. Я немножко компетентен в этих делах. Так что я очень спокойно с этим согласился. Если так будет, как он сказал, у нас будет исправная канализация. Испугались ли камеры эти люди или им стало жаль жителей трехэтажки, оставшейся без воды, неизвестно. А насколько добросовестно они сделают ремонт в этот раз, покажет время, не наш телеканал. Ветераны в строю. Ветеранской организации Карагандинской области 25 лет. Со знаменательным событием почетных горожан нашего города поздравил заместитель акима области Жанбол Жилбаев. На торжественном собрании актива организации ветеранов побывала и наша съемочная группа. 28 февраля 1987 года на учредительной конференции, проходившей в Алма-Ате, была создана Карагандинская областная ветеранская организация. С тех пор прошло четверть века. Вспоминая события прошлого времени, мы должны отдать дань и уважение тем, кто стоял у истоков ветеранского движения, отметил заместитель акима области Жанбол Жилбаев. Мы бережно храним память о вашем жизненном подвиге. Гордимся тем, что являемся вашими наследниками и стараемся делать все, чтобы решить возникающие у вас проблемы. За 25 лет ветеранская организация области сделала немало для развития региона. Это прежде всего объединение пенсионеров, лоббирование в местных органах власти их интересов, участие в воспитании молодежи в духе казахстанского патриотизма. Несмотря на этот и другой весомый вклад, у организации есть нерешенные проблемы. Многие председатели городских районных советов работают на общественных началах. Они не имеют заработной платы. Многие отдельные у нас советы есть, которые даже не имеют рабочих кабинетов. В буквальном смысле вся работа ветеранских организаций построена на энтузиазме наших ветеранов. Сегодня в Карагандинской области 180 тысяч пенсионеров, в том числе более 1000 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и около 24 тысяч тружеников тыла. Формально все они объединены в 9 городских и 11 районных советах ветеранов. Марал Тукенова, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В департаменте юстиции началась аттестация лиц, претендующих на право занятий нотариальной деятельностью. Продолжение в нашем следующем материале.
В департаменте юстиции Карагандинской области проведен первый день аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью. Аттестационная комиссия состоит из представителей органов юстиции, членов Нотариальной палаты Карагандинской области, профессорско-преподавательского состава КАРГУ имени Евнея Руслановича Букетова, депутата областного маслихата. В целях обеспечения открытости и гласности заседания комиссии в процессе проведения аттестации осуществлялась аудио- и видеозапись, которые приобщаются впоследствии к протоколу заседания. А мы продолжаем выпуск. Работы по противодействию коррупции и реализации государственных программ местными исполнительными органами продолжаются. Вчера состоялось очередное заседание Общественного совета по борьбе с коррупцией при областном филиале Народно-демократической партии «Нур-Отан». Продолжит наш корреспондент. В заседании приняли участие представители исполнительных органов города Жезгазгана и Темиртау. Каждый из них читал доклад о состоянии работы по противодействию коррупции. По словам заместителя акима города Жезгазган, за первый квартал 2012 года фактов коррупционного правонарушения не имеется. Конечно, мы стараемся, чтобы у нас таких случаев и фактов вообще не фиксировалось. Но если взять, значит, статистику, то за 2011 год у нас было зафиксировано 11. За 2011 два случая. Цель проведения мероприятия – реализация антикоррупционной программы партии «Нур-Отан», формирование атмосферы нетерпимости к коррупции в обществе и разъяснение того, насколько хорошо поставлена работа по данному направлению. Поступившие от жителей какие-либо жалобы или вопросы должны рассматриваться в срок, а не откладываться на потом, так говорит Еркарай Магомбетов. Также с докладом выступил представитель аппарата акима. За 2011 год за нарушение законодательства о борьбе с коррупцией и распоряжением акима города привлечены к ответственности за руководителей государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета, а также приказами руководителей госорганов привлечены к ответственности за нарушение закона о борьбе с коррупцией по самостоятельным государственным учреждениям 3 человека. Как отметили участники заседания, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Граждан Джезгазган, Альмир Талбат Сарвалович, начальник отдела земельных отношений, замечательный товарищ. Эмирам Гульсалкимбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном университете имени Букетова в очередной раз прошел фестиваль народного творчества, приуроченный ко Дню единства народов Казахстана. Более 200 участников, студентов вуза показали национальные обычаи и культурные традиции этносов, проживающих на территории нашей страны. Фестиваль студенческой молодежи стал уже традиционным. Этносы для представления участники выбирали сами. Зрители могли познакомиться с культурой таких национальностей, как украинцы, китайцы, узбеки, евреи и многие другие. Команды поддержали областные этнокультурные объединения, которые предоставили всю необходимую информацию, поделились рецептами национальных блюд и костюмами. Цель мероприятия – это, конечно же, укрепление духа единства народов Республики Казахстан. Да? Это приобщение студентов к традициям и обычаям, не только, скажем, к одной народности, а ко всем традициям, обычаям народов, проживающих на территории Республики Казахстан, потому что Казахстан под своим крылом объединяет более 130 национальностей, а, скажем, в нашем университете обучаются студенты более 30 национальностей. По условиям конкурса команды факультетов показали визитную карточку. На этом этапе жюри оценивало национальные костюмы и символику выбранной народности. А вот другой конкурс оказался сложнее. Здесь от участников требовалось знание истории, культуры и национальности на кухне разных народов. Кроме того, участники представили национальные блюда, аромат от которых наполнял весь зал. По итогам фестиваля проигравших не оказалось. Все команды получили номинации и призы от организаторов. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Здоровое питание, здоровая нация. В нашем городе школьникам с ранних лет рассказывают, как правильно питаться, чтобы быть здоровым. Этой актуальной теме был посвящен конкурс школьных агитбригад. Витамины потребляй и здоровье прибавляй, все и взрослые, и дети. Помните вы наш совет? Круглый год, зимой и летом без витаминов жизни нету. Сегодня несколько сотен учащихся из 66 общеобразовательных школ города рассказывали и показывали, как нужно правильно питаться. Подобные конкурсы для школьников – одна из самых эффективных мер для пропаганды здорового образа жизни. Цель акции – это пропаганда здорового питания, здорового образа жизни, чтобы дети своим выступлением показали позитивный настрой,
рассказали о том, как нужно питаться. В состав жюри вошли специалисты городского отдела образования, представители центра ЗОЖ и молодежного крыла «Жасатан». Особое внимание в выступлениях учащихся они уделяли их оригинальности и содержательности, а также насколько точно школьники могут выражать свою позицию. Организаторы отметили, что в этом году активность школьников высокая. Отрадно, что подрастающее поколение, понимая, что здоровье нации во многом зависит от них самих, постепенно отходит от несбалансированного питания и фастфуда. Мы против фастфуда, всяких энергетиков, пепси и тому подобное, потому что это портит фигуру, во-первых, во-вторых, это разрушает наш организм, и в-третьих, это сейчас уже не актуально. Это плакаты, посвященные тому, чтобы дети занимались спортом, питались хорошо, дышали свежим воздухом. В нашем городе сейчас много всяких неполезных вещей, все сейчас употребляют всякие ненужные вещи. Сейчас, не знаю, это полезно в нашем веке, 21 век сейчас всем полезно, да. Нельзя есть еду, в которой находится много химических добавок, а также много кофеина, много сахара и других вредных химических добавок. Потому что это очень вредно для организма, засоряет наш организм. На нем изображено, ну, то, что, ну, как, он расстроенный, потому что после того, что он поел, попил кока-колу, поел картошку фри, ему стало плохо. Это как бы неполезно и здоровый образ жизни, тема наша. Я бы хотела пожелать, чтобы все питались здоровой едой, чтобы вели здоровый образ жизни. Это очень как бы полезно. Я хочу, чтобы у нас побольше было фабрик, ну вот, где производят именно здоровую пищу, чтобы не без всяких добавок, без всяких там, чтобы не было полуфабрикатов. Победителям, занявшим призовые места, и победителям в отдельных номинациях будут вручены грамоты и памятные подарки. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла студенческая научно-практическая конференция на тему «Современный мир глазами молодежи». На событии международного масштаба собралось свыше 200 участников из соседних стран. Цель конференции – поддержка научно-исследовательской деятельности молодых людей. В конференции приняли участие 250 студентов и школьников из 52 учебных заведений. Среди них студенты из разных стран и городов Казахстана, таких как Астана, Алматы и Атырау. Также на научное мероприятие приехали гости из России и Украины. Для участников конференции созданы хорошие условия. Вопросы по организации конференции взял на себя колледж актуального образования «Болошак». Это очень значимое событие, говорят преподаватели, как для колледжа, так и образовательной системы страны в целом. Конференция посвящена проблемам современности, и эти проблемы будут рассматриваться глазами молодежи. И мы горды, что сегодня встречаем наших коллег из ближнего зарубежья. Надеемся, конференция пройдет в теплой, дружественной обстановке. Ребята обменяются мнениями, взглядами на современную ситуацию в нашей стране, в мире. Выскажут свои предложения, предложат пути решения самых актуальных проблем нашей современности. На студенческую научно-практическую конференцию приехали и представители Омского колледжа, предприниматель «Свои права», которые работают на рынке образовательных услуг уже более 60 лет. Сегодняшняя конференция – это еще один из способов привлечь студентов к решению актуальных задач современной науки, способствовать интеграции образования и практики фундаментальной прикладной науки в реальный сектор экономики наших стран. Мы считаем, что научно-исследовательская работа студентов должна присутствовать и быть неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов. Участие в подобных мероприятиях – это одно из важнейших средств повышения уровня подготовки современных специалистов. По словам гостей, осознание молодежи глобальных мировых перемен в экономике дает возможность обсуждения этого со сверстниками из других стран. В свою очередь, это приведет к дальнейшему сотрудничеству между братскими странами в области образования и экономики. Нам очень все понравилось. Я в Казахстане не первый год, я 20 лет прожила, а дети мои первый раз в Казахстане. Им очень понравилось. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с колледжем. Радужным приемом впечатлены и гости из Астаны, которые участвуют на подобных конференциях международного масштаба уже не первый раз. Тема моего сегодняшнего выступления является латентная преступность. Современные ее реалии, а также развитие преступности в Республике Казахстан.
Актуальность на сегодняшний день заключается в том, что преступность развивается интенсивными способами, и том, что латентная преступность является проблемой не только в Республике Казахстан, а также и во всем мире в целом. Поэтому актуальность темы будет не только на республиканском уровне, а также на международном уровне. Тема моей конференции является омбудсмен Республики Казахстан. Как на сегодняшний день нам известно, наивысшими ценностями являются как права и защита граждан. Я буду выступать с данной темой. Конференция очень на высоком уровне находится. Спасибо вам за приглашение. Ну а с целью провести семинар для преподавателей колледжа, владеющих английским языком, приехал директор Центра академического письма Центрального европейского университета Джон Харбарт. В шахтерской столице гость из Будапешта впервые и очень удивлен энтузиазмом молодежи Казахстана. Молодые люди прекрасно понимают поставленные перед ними задачи и относятся к этому с большой ответственностью, заметил он. I hope that the participants will discuss seriously the issues and concerns that they need to address. I think that particularly youth in Kazakhstan has particularly important concerns to address, and I'm optimistic that they'll tackle those concerns. Каждому участнику был вручен сборник материалов конференции, а также сертификат. Лучшие работы будут отмечены дипломами. Но главные призеры получили ценные подарки – электронную книгу, сотовый телефон, веб-камеру за первое, второе и третье места соответственно. Анна Шалкербек, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Внимание, жители города Караганды! В связи с участившимися случаями заведомо ложных сообщений об актах терроризма, прокуратура района имени Казабекби сообщает, что действия шутников являются уголовно наказуемым деянием и согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан карается наказанием в виде штрафа в размере до 500 месячных расчетных показателей. Либо ограничением свободы на срок до 7 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет. В отношении совершеннолетних телефонных террористов избирается мера арест. За указанные действия несовершеннолетних материальную ответственность несут родители. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сау болыңыздар.